Как ни печально, но я был прав насчет этого места. Полная фигня. Что же тогда, Дина, что за черт с нами творится? Не знаю. Итак, ты говоришь, я умираю каждый день. Да. И тут ты просыпаешься. Да. Значит, я не должен умереть. Если я дотяну до завтра, мы разорвем петлю и разберемся. Думаешь? А вдруг? Сейчас купим перекусить и заляжем в мотеле до полуночи. Так, идем. В китайский ресторанчик.